у нас готовые. Еще не выспались, да? Или выспались? Да, выспались. А ты выспался? Да. Ты не выспалась, мадам? А, выспался. Выспался. Куда мы сейчас едем, кто знает? Я хотел. Хотел. И посмотрел на очень красивые штучки. На красивые места пойдем, смотрите. Да. Мы в Швейцарию едем. Да, сейчас вот собираемся, едем в Швейцарию. Взяли с собой завтрак, заедем, сейчас возьмем еще свежих булочек, хлебушек. В машине позавтракаем по дороге, да? Да. Да. Ну все, давайте садиться. Так, у нас вот Андрей принес булочки, только что мы заехали с утра в пекарню. Они еще прям тепленькие, свеженькие. Так. Тебе кофеёк взял Андрей. Вот у нас брецели. И вот тёпленькие свежие булочки. Видите, такие хрустящие. Там я сейчас будем кушать. Это розиночные конеты, я взял розиный брец. Окей. Ну все, едем. Так. У нас путь лежит 4 часа. Через 4 часа будем на месте. Границу пересекли. Всех уже вот есть еда, не знаю, что тут дали. Попробуем, что новенькое. И вот такой красивейший у нас вид. А это что такое, майонез, да, дали? Здесь есть такая площадка тоже в ресторане в этом. Пойдем посмотрим. Дети уже нашли трамплин, смотрю, вот там прыгают. Мы ехали примерно часов 5. Вот, поэтому дети устали в одном положении сидеть. Пускай вот напрыгаются. И поедем дальше скоро. Какая красота, тут коровушка пасется, а там сбоку еще целое стадо коров. Здесь так красиво, вот не передать камерой, мне кажется, это все. Эти все горы, они на самом деле настолько близко, и они кажутся такими огромными, эти скалы. Просто красота. Едем дальше. Thank you.
смотрите, какая красота! Это самый высокий водопад в Швейцарии. Этот регион называется Юнгфрау-регион. Здесь очень-очень красиво. Так, купили мы таких вот донат. Будем сейчас пробовать. 7 штук, да? 7 или 8? 8, 7 было. 8, 8 штук, это 7 евро. Хочешь? Попробуем, он пока тепленькие, они вкусные сейчас. Очень много туристов. Сейчас пройдем, посмотрим, что у нас дальше там есть. Какие красивые сувениры. Знаете, какая швейная машинка. Она такая миниатюрная. Какая красота. О, грильница такая. Мы сегодня едем домой. Вместо, как планировали, ехать в Италию. У нас у ребенка травма. Вчера подвернул ножку себе. Еле ходит, поэтому у нас не получается сегодня поехать в Италию. Едем домой. И через пару дней куда-нибудь поедем. Эйден, покажи нам свою травму. У нас тут вот ножка подвернутая была вчера, поэтому сегодня мы вместо Италии едем домой. Но ничего страшного, да, Эйден, мы через пару дней куда-нибудь поедем. Ножка заживет и поедем куда-нибудь в другое место.